первокурсников 2016 года принимает студент энергетического факультета Антон Киянко. Внимание, торжественное обещание. Вступая в ряды студентов Белорусского национального технического университета, от лица первокурсников торжественно обещаю упорно и настойчиво овладевать научно-техническими знаниями и практическими навыками, стремясь стать высококвалифицированными специалистами, постоянно работать над собой, воспитывая и развивая в себе лучшие качества, целеустремленность, ответственность, самостоятельность, креативность. Активно участвовать в работе общественных студенческих организаций, реализовать себя в творчестве и спорте, сохранять и укреплять традиции, приумножать славу нашего университета. В стенах университета и за его пределами быть образцом поведения, гордо нести звание студента Белорусского национального технического университета. Обещаем! Вперед, студент, вершины покоряя, и время ход свой набирает пусть. Звучите гимны, громко воспевая, и в храм науки открывайте путь.